Моя только с морозом, а я майская роза. Кто согреет, не знаю. Без любви замерзаю, на-на-на. Вот такая песенка Верки Сердючки. В день Святого Валентина не поздравит лишь скотина. Поздравляю всех с днем любви, любви. Но что-то мне кажется, что все, кто здесь меня смотрит, как раз то ее и не имеют, совсем не имеют. Что-то мне такое смутное подозрение, что лишь единицы любят, любимы, счастливы, а остальные все глубоко разочарованы. Либо еще не начинали разочаровываться. Что ж это за стишок, я еще помню. Шел такой спамовый стишок когда-то по соцсетям. Давно. Что-то разошли это все подругам. Вот раньше на Руси мужики были, но с горбинкой, фуй дубинкой, 10 палок бросит, еще и на руках носит. А сейчас нос картошкой, фуй гармошкой, 0,5 палки бросит, еще и на дорогу бросит. Разошли это сообщение 10 подругам, и в этом году в личной жизни у них будет счастье. Вспомнила. Думаю, что это за стишок такой был, пошлый. Вот, вспомнила. Вспомнила. Стишок. Именно на День Святого Валентина, по-моему. Когда-то, когда у меня был магазин игрушек, и был принтер, ксерок, ну, ксерокопию делала, фотопечать, то к этому дню я распечатывала много-много открыток, вырезала их, делала валентинки и продавала по гривне. И очень даже покупали, хотя, честно говоря, валентинки были мои, немножко так страшненькие, но зато они были по гривне. Я на фотобумаге печатала, вырезала, мне нравилось. И, короче, люди покупали. Вы знаете, люди покупают все. Вот буквально все. Нет такого, что люди не покупают. Тут главное, что кто продает и как продает. Вот, вот в чем вопрос. Потому что я люблю продавать. Ну, вообще торговля это мое. Вот именно мое. И я могу продать все. Сколько я попродавала через OLX.UA и поломанный принтер за 100 гривен. Притом я никогда не обманывала, я говорила честно, что, ну, то есть, ну, не так, что там я впаривала там, а просто я продавала всякие недоломки. Потом у нас был музыкальный центр, который мама взяла в кредит в 2000 году, когда столько стали давать кредиты. И этот музыкальный центр уже бедный, ну, еле живой. Ну, представьте, в 2000 году, короче, десяток лет, я где-то в 2010 или каком-то я его продавала. Да, и, короче, а он бандура-бандура, я вам говорю, такая коробка, как вот этот стол. Ну, меньше, конечно, но как кухонный стол почти. Ну, такая бандурища, 2 здоровые колонки. 6 маленьких колонок. И если бы я его не продала за 500 гривен, ну это нормально было, потому что то, короче, просто он бы заржавел и выкинули все. Потому что у мамы он стоял долго в сырости. Сырость, она ж убивает технику. Ну, хоть она его и накрывала, и все. Ну, короче, купил у меня его какой-то мужик с Одессы. Ну, я надеюсь, что он довольный, потому что не хотелось. Бо я, честно говоря, ну, я говорила, сколько ему лет.
Это я говорила точно. Я говорила, что он работает, но он действительно работал, но он так подглючивал немного, потому что, ну, уже столько лет ему. Ну, короче, я так его хотела продать, потому что мне жалко было, что он стоит и просто без дела. И я написала такое объявление: если вы хотите окунуться в диско 90-х, а там в нем и кассеты даже, и, ну, кассеты отлично работали, стопудово, а вот диски могли немного под это, подглюкивать. И видео там, он как музыкальный центр, домашний кинотеатр. Там долби звук вот этот, бум-бум. Но в любом случае мужик не прогадал, потому что он мог по отдельности попродавать колонки и все остальное, если он этим занимается. Ну, то есть там много чего такое. Только вот эти кассеты, ой, диски подглючили. Но я думаю, там дело в той головке, что считывает. Ну, в общем, если человек разбирается, ну, скорее всего, мужик же не дебил, чтобы не понять, что 10 лет музыкальному центру. И так было интересный случай с этим центром. Продавала его. И местный, а я жила на квартире, только переехала, в которой очень много тараканов. Тараканы были везде. Ну, сначала их не было вообще ни одного, нигде. Все падлы сидели, ждали, пока я перееду туда, на ту квартиру. Такая квартира была убитая, вот это я запомнила. Эта квартира, конечно, я приехала, ни сантехники не было, ничего, короче. Хозяйка говорит: хотите, за мой счет будете делать. Ну, я думаю, ну а что я не сделаю, как нефиг делать. Вызвала ЖЭКа, мужиков, мужики все сделали, унитаз поставили. Там, потом какого-то нашла нового ЛХ парня. Он ставил унитаз, но не достал, так я его просила, у меня карнизы приделал. Ну, то есть там не сделали. Короче, квартира была угловая, первый этаж вообще, ну, бомба. И тараканов куча. Ни мебели, ни холодильника. Тараканы везде, по мне, как трамплин. Ночью прыгают. Я так боялась, я весь чухалась. Я реально, мне вот так вот все чесалось, когда от того, что они по мне, гады, лазили. Жирные такие. Это ж первый этаж, они ж с подвала как поперли, как я начала готовить. Ну, в общем, ужасная квартира. И вообще ужасно то, что она угловая, первый этаж. Там только для офиса какого-то взять все, выкорчевать, оторвать, все залепить, заделать все дырки, чтобы эти сволочи не лезли. Потому что там либо санэпидемстанцию вызывать, чтобы они травили, весь дом выселяли кедренной матери. Это ужас просто. Как она тут снимает. Ну, короче, я только переехала в этот центр буквально за ночь. И пришел мужик смотреть этот центр. Ну, смотрит, вроде все нормально, а потом открывается дисковод, а там такой таракан на каруселях лаяла по кругу, так ла-ла-ла-ла-ла-ла. И лежит вот такой, и по кругу, короче, катается. В общем, короче, мужик как отпрыгнет. Я никогда не видела, чтобы взрослые мужики так отпрыгивали. Седой дядька, как, ну, видно, какой-то мастер. Нет, я не возьму. Его, короче, наверное, все зачесалось. Ему показалось, что тараканы напитали его. Хорошо. Короче, он убежал, чуть ли не матюкаясь. Но я же не знала, что таракан залезет прямо в этот, туда, в сам центр, буквально за ночь. Я в шоке. Какие же они все-таки подлые твари, эти тараканы. А вот так вот на окно, окна вот так вот, ну, деревянные тоже, повесила сало. Купила сало, оно такое вкусное, ароматное, повесила вот так вот на пакете, думаю, ну они ж не залезут. Я утром туда, а оттуда десант черных, жирных, красивых тараканов. Меня как затрясло, вот так вот мороз по коже. Я за тот пакет в мусорку. В кастрюле закрыла крышкой, и туда залезли, в мусорку. Короче, все выкинула в мусорку. Вообще, платила я за то жилье 800 гривен. Плюс коммунальное. Ну, наверное, получалось 1200 на тот момент.
Это я. Короче, это я работала на шерстянке, ну, магазин открыла свой. А это жила я на Толстого, там около церкви, короче. Ну, за музыкалкой, недалеко, впрочем. Так вот, это я запомнила такую квартиру. Но с этой квартиры я потом уже переехала в общежитие семейное. И, в принципе, в общаге я жила долго. Ну, в общаге, в принципе, я как-то притерлась в том плане, что я с комнаты не вылазила. И в общаге, значит, они говорили, мы потравили всех тараканов. Сначала их не было, а потом, когда я стала мыть и варки, готовить в комнате, естественно, они повылазили откуда-то. Но как-то они повылазили уже, когда у меня глаз ослеп, ну, то перед операцией. С общаги именно я ездила на операцию, уже потом закрывала свой магазин, распродавала все. Я же говорю, что мне так повезло, что я все продала. Это просто чудо. После этого я верю в чудеса, потому что все так сложилось, как только песня, да? Вот все, что надо, я все продала. Вот все. Вот знаете, есть у людей продают, продают, оно годами не продается. Ну и у меня долго стол не продавался сейчас, хотя все равно продала. Вот сейчас у меня не продаются костюмы и на этот хула-хуп. Но я знаю, что все равно продам. А то прям все за месяц я все продала. И игрушки вместе с оборудованием. Прямо в магазине. Даже их не откручивала. Косметика там у меня была в фармаси. Принтер. Ну, принтер кума помогла продать. Я только взяла новенький принтер. Я же не думала, что я буду слепнуть. У меня там на работе интернет был проведенный. Я вызвала оператора и провели мне прям магазин в супермаркет, типа провели кабель. И я вообще там работала, писала тексты, не вылазя просто. Я просто писала залпом, я писала днем и ночью писала. Я убилась просто. Но я не расстраиваюсь, потому что если бы я не ослепла, как бы сложилась моя жизнь? Вас бы сейчас точно не было. То есть это все как должно быть. И знаете, я не из тех людей, что говорят, что ой, я с ужасом вспоминаю прошлое, я бы хотела изменить свое прошлое. Я абсолютно не хотела бы изменить свое прошлое. Не, хотела бы изменить, чтобы было все так, но только без операции и с хорошим зрением. Но если так невозможно, то в принципе все идет своим чередом. И все, ну просто я настолько себя загоняла, настолько я себя гробила, и плюс еще ездила там к одному чуваку далеко в село там, ну типа думала, что что-то сложится. По 5 часов ехала туда, и еще это убило, что я головой билась, ну как в автобусе ты едешь, ночью едет автобус. Я после этого терпеть не могу автобусы. И последний раз я ехала перед тем, как вот глаз, но уже были радуги. Перед операцией были в этом глазу радуги. То есть такие на свет смотришь и радуга, уж то есть уже отслаивалась сетчатка. Было, чего отслоилось? Потому что перенапряжение, писала тексты залпом просто взахлеб, просто как больная, как сумасшедшая, вот знаете. И в дороге потом и голова вот так вот туда-сюда, она ж ночью ты не контролируешь в автобусе сидя. Мне лучше теперь самолетом или поездом лежа, потому что автобус это просто ужас.